Так, мужики, первую пулемку проверяю, попалась сойка. Вот так вот она залетела в ловушку. Куницы в этом году еще пока в кулемку не ловятся. Такие вот, в общем, дела. Идем дальше. Привет, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я на путике проверяю капканы. Проверил первые две кулемки. Результат нулевой. Попалась сойка в одну, а вторую объел, походу, хорь. Забрался с другой стороны. Первый капкан у меня пусто. Все хорем избегано рядом. В общем, пока результата нет. Пойдем дальше, будем проверять. В общем, что будет интересно, покажу. Сегодня погодка отличная, минус 8 градусов. Такие вот дела. Пойдемте погуляем сегодня вместе со мной. Я думаю, будет интересно. Снимаем, мужики, капканы на бобра. Капкан один на плотине, он вырубил его. Все перемерзло. Поверху вода не идет, уходит низом, капкан вырубил. Пока уберу, посмотрю, что дальше там, как. Может, верну его. Но пока убираю. Все здесь, в общем, пришел. Все перемерзло. Куницы в капканы что-то не лезут пока. Хотя следы есть, куни. Куницы, норки, следы есть, но в капканы они пока не лезут. Вот, застыло здесь все, в общем. Убрал. Убрал капкан. Дальше сейчас. Половину я еще не прошел. Проверил, наверное. Капканов 7. Пусто. И вот дела. Погодка еще, снежок пошел у нас. Ветер сильный. Наверное, изменится. Ладно, давайте идем дальше. Нелегкое это дело, мужики. Проверять капканы зимой на лыжах. Тратится колоссальное количество энергии. Для тех, кто думает, что охотник ходит тут десятками зверей долбит, а на самом деле не так. Все это очень трудно. Очень большого функционала требует. Хочется отдать свою дань уважения, что ли, мужикам, которые охотятся в Сибири, у которых огромные путики, кто живет промыслом соболя. Это, конечно, ребята, на самом деле очень трудное занятие. Хотя это очень приятно. Ходить проверять капканы на своем участке. Сливаться с матушкой природой воедино. Это очень здорово. Подогнали мне туда парочку новоязских лыж, деревяшку и пластик. Позднее сделаю обзорчик. За смешную сумму они мне достались, 1600 рублей. Лыжи большие. Одни 1,85 м, узкие, наверное, сантиметров 15, а другие 1,65 м или 70 м, не помню уже. Они пошире, сантиметров 20. А вот куничка проскочила. Вот она прошла. Здесь у меня капкан стоит метров с 30. И на этой стороне ручья капкан стоит буквально там метров, наверное, ну, тоже 30. В том капкане ее нет. Все, она тут убегала, все уходило. Посмотрим этот капкан. Тоже капкан стоит, не сработал. Отсюда вижу, вот там на дереве. А куничка вот здесь прошла. Ну, радует, что есть зверек. На, пообновить бы приманку. Приеду я на новогодние праздники. Займусь этим. Лосика закрыли. Поэтому нужно было чем-то заниматься. Вот она, смотрите, находила совсем рядышком. В капкан не полезла. Хитрый зверь, скажу я вам, братцы. Вот все, уходила она здесь. А, она засранка.
пыталась походу сверху снять. Да. Все тут бегала, но в капканчик она не сунулась. Сверху пыталась прорваться. В капкан не пошла. Все уходило. Ну еще снега не так много в лесу. Куница ловит мышь. И это особого труда, думаю, не составляет. Поэтому на приманку она так идет. В капкан может и не пойти. Сейчас побольше снежку бросит. Куница пойдет лучше. Я думаю, так. Ну хотя самые свои большие трофеи у меня были всегда перед Новым годом. После Нового года как-то почему-то куница уже идет меньше. Может, отлавливал просто на участке до Нового года. Там меньше становилось зверя. Вот такие дела. На сегодняшний день у нас поймали мы с Олегом на общем путике. Что получается? 5 куниц. И я на своем поймал 2. 7 куниц в общем. Сегодня у нас 20 какого-то декабря. 24-го, да, 24-го вроде. Такой вот результат. Бобры что-то не лазят нифига. Не знаю, с чем это связано. Вообще нету следов, ни выходов, ничего. Зашкерились, затихарились. Ну, в начале, наверное, зимы, наверное, так и должно быть. Позднее будут и выходы на плотины. И так будут они уже, когда у них корм будет ближе к концу оканчиваться. Будет корм, бобр будет выходить. А пока вот так. Снег рыхлый, идти трудно на лыжах. Проверил я, наверное, где-то половину капканов. Но тут, конечно, досадно, как куничка покрутилась прямо под капканом и не зашла. Досадно. Вот у меня крыло глухарки, шкура кролика и башка бобра. И башка бобра. Птицы поклевали ее уже. Ладно, идем дальше. Не будем разглагольствовать. Так, ребят, хоть в капкан попался. Попался хорь. Крупный хорь. Прошлый был значительно меньше, мне кажется. Бляха, в лесу снегу навалило уже. Почти по колено. Второй хорь. Вот такой вот. Капкан даже он сдернуть не смог. Вот такой зверек, ребят. На приманку тут бобрина лапа у меня. Сейчас вот капканчик на бобра стоит, на плотине проверю. Перезаряжусь по новой. Такой зверек. А жалко, что ничего не стоит он. Ладно, заберем, обдерем. На зимних каникулах. Фу, устал, конечно, очень здорово. Ладно. Снимаю, заряжаю капкан. Включаюсь. Смотрите дальше. Ну что, ребят. Проверил я, значит, все капканы. Попался на сегодня один только хорь. Вот такой результат. Радует то, что куница есть на путике. В 3 местах встречались следы. Один след был крупный, хороший кот ходит. Есть к чему стремиться, будем ловить. Вот как-то так, в общем. Да, хочу всех своих подписчиков и гостей канала поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Видеороликов до Нового года у меня больше, наверное, не будет. Да, уеду я, получается, 30 числа из Кирова. И появлюсь уже, наверное, числа 10-го только в Кирове. Там видео, наверное, первое будет. Будем снимать. Будем с Олегом проверять капканы. Возможно, съездим на избушку с ночевкой. Что еще добавить? На лося мы закрыли вчера лицензию. Парни поедут завтра возить мясо в... Как ее называют? Санэпидстанция или как? Наверное, да, так. На проверку. И закроют в охотобществе. В общем, все, на лося отохотились, ничего, удачно, слава богу. Остается охота, сейчас вот немножко побольше снега навалит. Будем пытаться, наверное, если придет волк, охотиться на волка.
Капканы, наверное, будем добавлять по путику. На рысь. Рысь ходит. На рысь, наверное. Ну, может, волк заскочит там. Смотрим, как что. Не приходилось еще ловить волка. Очень хитрый зверь. Ладно. Буду закругляться. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте, всем пока, до новых встреч. Всем удачи.